Всем привет, привет! С вами Марина Холодкова, и сегодня мы с вами будем чистить кэш на нашем ноутбуке. Смотрите, все может зависеть от вашего браузера, смотря с какого браузера вы работаете. Я работаю с двух браузеров, поэтому буду вам показывать два варианта. Итак, первый — это Opera. В Opera здесь мы нажимаем в левом верхнем углу на сам значок Opera, вам высвечивается меню. И в этом меню вы выбираете «История», снова набираем, нажимаем здесь «История», и вот появляется «Очистить историю посещений». Нажимаем сюда, вот, и вот нам высвечивается сразу меню дополнительное, да, в котором нам надо выбрать вот здесь вот галочки «Файлы, куки и прочие данные сайтов» и «Кэшированные изображения и файлы», тоже здесь поставить галочку. Если вы хотите всегда еще что-то добавить, выбираете опцию «Дополнительно», и здесь вот вам видно «История посещений», «История загрузок», «Данные использования новостей», «Пароли» и так далее, да, вы тут вот можете выбрать все что угодно и добавить здесь галочки, либо снять оттуда, ну, где вы не хотите, правильно? Вот, значит, когда вы это все сделаете, здесь можно выбрать, за какой период вы хотите очистить вашу историю. Я рекомендую выбирать за все время, да, потому что если вы почистите что-то, вот, например, за 24 часа, а у вас там больше не нужной информации, то у вас снова может быть какая-то проблема со входом на сайт. Чтобы этого избежать, лучше очищать историю вообще раз в неделю. Заходите чистить, после чего вы нажмете вот сюда «Удалить данные». Я сейчас это делать не буду, потому что мне это просто сейчас не нужно. Давайте мы перейдем с вами в Google Chrome и посмотрим, как в Chrome делать те же самые действия. Как же в Chrome нам почистить кэши куки? В Chrome, наоборот, с правой стороны в верхнем углу находятся три точечки, на которые вам необходимо нажать, снова выбрать историю, еще раз нажать на историю, и здесь все у нас повторяется. Вот здесь вот вы набираете «Очистить историю», вам открывается дополнительное окно, и все то же самое, да, вы видите. Видите, вот здесь вот галочками надо выбрать, что вы хотите очистить: файлы куки и изображения, сохраненные в кэше. Также вы здесь можете выбрать, за какой период времени вам это надо сделать, и нажимаете «Удалить данные». Все, ничего сложного нет, периодически это делайте, потому что когда у вас засоряется эта память, у вас начинаются проблемы со входом на сайт. Поэтому не забывайте очищать ваши ноутбуки, ваши телефоны, ваши планшеты, и все будет у вас супер-пупер. Думаю, что было вам полезно. До следующих видео. Всем пока-пока.